По мнению участников встречи, ограничение на владение имуществом за рубежом поможет бороться с коррупцией. Ведь законопроект исключит возможность скрывать заработанный нечестным способом капитал за рубежом. Кроме этого, отсутствие активов за границей укрепит национально ориентированные интересы госслужащих. А вот ограничение семейственности в органах власти позволит покончить с кумовством чиновников, которые часто провоцируют ставить интересы родственников выше общественных. Отметим, что в пользу легитимности этих законопроектов единороссы собрали уже 17 тысяч подписей оренбуржцев. Мы не хотим сегодня кого-либо в чем-либо ограничивать. Мы начинаем новую эпоху, новую эру. Мы говорим, хватит, коллеги. Если вы хотите служить сегодня государству, если вы хотите сегодня посвятить сегодня жизнь этому, ради бога, посвящайте. Бросьте бизнес, уйдите сегодня в политику, уйдите во власть, занимайтесь этими законопроектами. Мы начинаем новую эпоху формирования определенных национальных элит.